все начинается с расслабления. Утемнение зоны бессознательного – это напряжение, расширение, расслабление. И вот это сжатие и расширение у нас на всех уровнях. На физическом – устали, расслабились. На эфирном – инь-янь. На психическом – мозг, эмоции, левое, правое полушарие мозга. И на ментальном – это присутствие и цепляние за объект. И вот мы должны расслабиться, чтобы это все соединилось. Расслабить тело, расслабить психику, расслабить ум. И тут-то начинается настоящая медитация, медитативная практика. А так многие практикуют через напряжение, то есть уже даже старт ложный, из-за лжи пытаются чего-то добиться. То есть получается, осознание бессознательного, это может сказать, что это движение в сторону правды. Ты каждый раз абсолютно понимаешь, верно, что это правда. Это движение в сторону правды. А как отличить правду от иллюзии? Вот, допустим, что ум настолько хитрый, что он, скрывая ложные убеждения, да, в бессознательном, он как бы интерпретирует это правдой, но на самом деле это не так. Как понять, что сейчас бессознательное сильно раскрылось, и ты вот осветил этот момент? Плодом достижение правды является наслаждение, душа. То есть это бессознательный участок в нашем подсознании, как темная комната. Это, по большому счету, светлая часть ум, сознание, а темная часть – это душа. И немножко расширив грани бессознательного, нам становится приятной. Немножко еще расширили, еще приятней. То есть если мы достигли какого-то рубежа, и мы просто кайфуем, получили от этого удовольствие, мы проявили душу, это все. Душа тут есть, это правда. Если мы добились чего-то, и мы не можем даже порадоваться, то тут нету правды, тут нету души, это ложь. А что, если мы не можем порадоваться из-за вот этих ограничивающих убеждений, которые лежат бессознательно? Может ли быть такое? А значит, и не произошло расширение. Мы расширились, бессознательные программы обозначились, они обозначились, они растворились. Все это одновременно? Нет, постепенно, расширение не так сразу, раз и все. Горизонт за горизонтом, сначала какие-то недавние программы, потом более глубинные, потом родовые, потом при рождении в утробе матери, потом до воплощений. И так мы расширяемся до пределов. Можно это кто-то по чесочку сделать или нет? Только люди с высшими способностями. Люди по способностям обычно в традициях делят на три класса. С младшими способностями – это те, кто не могут заниматься практиками, им охота, чтобы кто-то сделал за них. Вместо оздоровления – выпить таблетку либо лекарство. Вместо очищения психики – пойти к психологу сходить. Вместо накопления энергии – по местам силы поездить. Это младшие способности. Средние способности – это уже внутренняя алхимия, сделать то же самое, только изнутри. Подышать, помедитировать. В пранаяму и выполнить энергию, насытиться. А люди с высшими способностями, им практика не нужна. Они находятся в туре, в зазеркалье. Визуализация сработала, это реализовалось. Таких называют махасидхи.